Вася, где ты? Зову тебя, никак не дозову. Что там делать? Помоги, поймался баран. Так у тебя какой баран, у тебя ж коза была. Ну вот в козе на блядке прошел баран. Мычал, надернулась, он побег, зажал. Что там, блядь? А кто там, медведь у тебя или кто это? Нет, это баран не обстриженный, породистый. Какой баран? У тебя ж коза была. Ну так пойди погляди. Что там делаешь, Вася? Держу уже, был он избег. Это кто, баран? Ты поймал кого-то? Ну вот, я его за ним бежал между деревьев, зажался, короче, мы зацепился. Помоги достать, привязать, да и заведем мужичей, найдется хозяин кто. Какие хозяин? Это дикий какой-то ж. Хуй его знает. Надо помогти мне сразу, чтобы ты привязать, а там уже разберемся поближе сами. Мне страшно, это медведь какой-то. Нет, ну смотри, рога, это баран. Да, у медведя же рогов не бывает. А, да. Так а что он к твоей козе пришел? Да, он тут ее гонял, ему проснуть хотел, но она испугалась. И меня как раз увидел. Я за ним побег, и он, короче, тут застрял между деревьев. Что делаем? Достаем. Привязываем и смотрим. Так что надо идти за веревкой? Веревку вон лежит, я шел, бегал с веревкой за ним. А, ой, есть. Ну все, давай вяжем, Игорь, давай тогда вяжем. Игорь, достать, а он ты... не бодается хоть? Не, не кидается, не долбоеб. Вот это баран. Прохожу, блядь. Страшный, видишь, сколько они стригли козла? Вот закут твоего, а то у меня же комар тут. 10 минут стою, жду его, пока вы приедете. Да, где ты как... Ты тебе, наверное, это... Комары уже погрызли. О-о-о. Бля, ты прикинь, какой прибился, кай. Сейчас козу сделаем, чтобы выебал, и мясо вкусное получится какое-то. Коза баран, типа. Да мне страшно какой-то баран. А что с ним такое, что он не стрижется? Ну, не стриженный. Тут знаешь, что интересно? Я понимаю, нахуй. Если корову с мизядем скрестить, это да. Это выгодно будет. Знаешь, в чем, Вася? Мясо жирное. Гляди, нет, не мясо жирное. Медведь что? Зимой что делает? Спит. В берлоге. А вот его скрестить с ну, корова, коровой. И гляди, гляди, медведя скрестим с коровой. Где медведя, Вася? Летом, чтобы молоко давало, тоже корова. Придет, а зимой лапу сосала. А. Ты представляешь, какая выгода была? Так, а где медведя, баран, возьму? А баран с козой, что тоже получится? Тоже он придет в козе, нахуй. А что получится? Баран уже на блядке, тут медведь. Ебало, раз тебе медведь приди, я нахуй сразу себе перед закрою. Давай, давай. О, гляди, о, ни хрена себе. На, Вася, тут. Пошли. Твоя корова, блядь, ты ее... Да, да, давай завезем. Подписчикам. Твоя живность. Скажешь, нахуй. Подгоняй на него, да? Да, подгоняй хоть чем. Пошли. Давай, пойдем. Ничего себе, у тебя сегодня нормально повезло тебе, да? Да, добро, что вы оперативно приехали, там бы... Я бы не знал, что делать даже. Тебе в комары сгрызли, пока ты держал. Ты, бля, какое чудо, да? Я же не тропила покусал. Интересно, сколько же он в лесу жил? Вась, как ты думаешь? Бля, ну видишь, ну, его не стригли, галим, может, уже долго. Ну, года три, наверное, жил в лесу, да? Не знаю, дик его, кидается, кору и ест, нахуй. Ну, вот зимой, привык, наверное, кору. Где, давай тут его и подстрижем. Ну, а иди сюда. Не знаю, есть. Не, давай тут где привяжем к дереву туда. У меня есть какие-то ножницы? Надо ножом лохманы уже срезать, наверное. Давай, иди за ножницами. Сейчас, иди за ножницами. Валяем его здесь, да? Да. На бок. Пошли нахуй, дебил, блядь. Я всех пьяную стричь, одинаково. У меня мужики у них всех есть, я их не стрих ни разу. Да, погляжу, смелёшь. На. Держи. Я тоже не раз не помню. Держи, я сейчас попробую. Тут лохманы постригаем. Ёпта мать. Надо идти брать мешок, да собирать это все сразу, да? Ну а куда ты? Иди, Игорь, бери мешок. А?